молочи. Молочи. Спасибо. Ветер. Это ветер или это для вас не ветер? Я шуткую.
Я тоже, ты знаешь, когда там говорили, русские там с нами были, ну, когда вот это все закрыли, знаешь, вот эти все приборы, я всегда говорила, вы что думаете, они хотят, чтобы их сыновья умирали на этой же войне? Тоже не хотят, просто люди в этом не заинтересованы. Заинтересована только тупая власть, которая на это все отправляет, потому что это выгодно. А простые матеря, ну вот эти, что понимают, это не то.